Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим на замечательный планшет TechSet, моделька 7485. Куплен он в России в интернет-магазине Связной по замечательной цене 3500 рублей. Откуда взялась такая цена? Стоит он со скидкой 4500. Еще 5% скидочка при оплате картой Raiffeisen и еще плюс бонусы. На более того, 3500 сумма получилась. Чем знаменательный этот планшет? 7,85 дюйма, матрица такая же, как у iPad, 4-ядерный процессор, 8 гигов на борту оперативки, Android 4.1 и 1 гигабайт оперативной памяти. А собрано это питерской организаций в Китае. Что же у нас представляет из себя этот планшет? На задней части коробочки можно почитать, собственно, что туда входит. Ну, чего, конечно, это сделать еще в интернете перед покупкой. Внутри можно обнаружить чехольчик. Вот такой вот замечательный чехол. В комплекте идет чехол. Бесплатный практически. Сам, собственно говоря, планшет. Планшет внушает уважение, так как представляет из себя цельный металлический корпус. Очень приятный на ощупь. С гравировкой TechSet. И радостной надписью Мандючина. Также инструкция. Видел такой замечательной коробочки. Что же у нас там внутри есть? Давайте посмотрим. А внутри у нас там находится инструкция. Гарантийный талон. Инструкции по эксплуатации, видимо, андроида. А также коробочка, в которой можно обнаружить зарядное устройство, судя по всему. Помимо зарядного устройства здесь находится шнур для подключения внешней USB флешки. Блок питания. Говорят, в принципе, надежный, но можно и другой. И, собственно говоря, наушники. Так вот, все это удовольствие без скидки изначально стоило порядка 210 долларов. С учетом всех скидок, связных и прочего, и прочего, и прочего. Обходится в смешные 4,5, а то и дешевле. Как в моем случае. Ну, я считаю, что оно как минимум стоит своих денег. С учетом того, что я брал это ребенку. Поиграть, мультики посмотреть. На ютубе мультики посмотреть. Возможно, почитать какие-то книжки. Взрослым. То вполне заслуживающее уважения вещь. Более того, если брать 6-7-9 тысяч, то можно вполне купить и iPad mini. В принципе, будет его самая матрица, но только операционная система от Apple, что добавляет свои определенные плюсы. Я рассчитывал взять планшет от 3, максимум до 5 тысяч, поэтому я, собственно, взял то, что я хотел, и вполне этим доволен. Спасибо за внимание, покупайте через интернет, получайте от этого удовольствие. Всего хорошего.